Побелка деревьев весной – это профилактическая мера, которая направлена на уничтожение микроорганизмов, которым все-таки удалось перезимовать в нижнем слое почвы. Также побелка защищает ствол от ожогов, когда весеннее солнце очень активное. Какие бывают побелки? Есть вот такой порошочек, это садовая побелка фас. Очень популярна сейчас клеевая побелка. Она обладает большим свойством прилипания к стволу. И уже есть готовая побелка, которую нужно просто открыть, перемешать. Что мы сейчас с вами и сделаем. Можно брать вот такую веточку обычную и перемешиваем. Где-то приблизительно через 15 минут интенсивного помешивания получается вот такая однородная побелка. И ей мы начинаем обрабатывать, красить дерево равномерно снизу вверх. А перчаточки-то смотрите, какие у меня красивые. В нашем интернет-магазине можно купить. Ну вот у нас дерево готово. Обратите внимание, что мы побелили вот до нижних ветвей, скелетных ветвей. И приобрести садовую побелку в сухом и уже готовый раствор можно на нашем сайте усадьбасемена.ру.